Добрый вечер, друзья. У нас сегодня круглый стол, лектория истории цивилизации. Значит, мне бы хотелось, наверное, представить наших лекторов, хотя их все и так знают. В общем, это, наверное, совершенно необязательная формальность, но тем не менее. Во-первых, это вот Игорь Алексеев, Андрей Жуков, Андрей Скляр, Александр Петухов, Георгий Нефедев, Батин Чернобров, Александр Алмистов, Александр Белов и Николай Николаевич Непомнящий. Значит, право открыть вечер мы предоставляем директору зала творчества, нашему, так сказать, хозяину помещения. Да. Тем более мы должны сегодня его поздравить с тем, что ему сегодня был вручен знак почетного работника культуры города Москвы. Дорогие друзья, 2 года выставочный зал творчества Московский государственный принимает вас, принимает лектории «Истоки цивилизации» по уровню интеллектуальной, возвышенности того, какие вопросы рассматриваете, как вы бурно реагируете, как вы приходите. Мы горды, что создали вместе с вами и вместе с лекторами такой высокий уровень ума, уровень проникновения, уровень рассмотрения самых необычных вопросов. Поэтому мы приветствуем вас. После каждой лекции получается масса вопросов. Вы задаете, потом здесь, я говорю, друзья мои, давайте поближе к выходу, потом у гардероба, а потом на улице еще 1-1.5 часа идут дискуссии. И вот сегодняшний вечер, он круглый стол, он, наверное, посвящен этой дискуссии. Он посвящен общению. Перед вами замечательные лекторы, которые, как говорится, выступали перед вами. Вы сможете обменяться мнениями. Конечно, это большая заслуга руководителя Алексея Колмогорцева, Андрея Жукова и всех лекторов, которые сумели это сделать, начиная от концерта и кончая фуршетом. Поэтому браво руководителям замечательного клуба «Истоки цивилизации». Передаю слово ведущему и желаю, чтобы было сегодня красиво и интересно. Спасибо, Игорь Николаевич. Следующее слово предоставляется у нас Андрею Жукову. Он как раз озвучит регламент сегодняшнего вечера и некоторые подробности. Да, еще раз добрый вечер. Буду очень краток, поскольку действительно, как Григорий Николаевич правильно сказал, не хватает живого общения. Вот мы решили провести вот такой круглый стол. Хотя стола здесь нет, есть полукруглые диваны и кресла. Вот, в формате живого общения. Вот, чтобы можно было задавать любые вопросы и получать на них ответы. По времени. Планируем, что вот в этом зале мы 8, максимум 8.15 закончим. Переходим к фойе. Как Григорий Николаевич сказал, будет фуршет, как говорится, и для пьющих, и для не пьющих. И можно будет уже вживую пообщаться. Что касается первой части, все-таки на самом деле час с небольшим это не так много, поэтому регламент будет такой. Первоначально вот несколько человек говорили, что хотят выступить с выступлением, не с докладом. Регламент, пожалуйста, 5 минут. Вот, можно тут же переходить к вопросам и дискуссиям. Дальше переходим к вопросам к присутствующим здесь лекторам. Большая просьба
когда вопрос задается, встать, чтобы камеры, видите, работают на верхнем уровне, вот, чтобы был человек, который задает вопрос, хорошо видно и хорошо слышно, чтобы он попал в наш потом фильм по этому мероприятию. Вот. И последнее, что я хотел сказать, вы, наверное, все получили при входе рекламный листочек, который говорит о новом издательском проекте, который мы делаем с издательством «Вече», где выходили наши книжки Николая Николаевича на протяжении многих лет, и несколько серий у Андрея Склярова было, и у других лекторов. И этот проект рассчитан на пароль. Вот там заявлены те как бы, издания, которые планируется выпустить в рамках этого проекта. Скорее всего, он будет разрастаться. Вот, информация будет оперативно вывешиваться на наших информационных ресурсах, так что, как говорится, следите за новостями. Вот, собственно, и все. Вот, и далее, Алексей, да? Все. Так, наверное, начнем мы все-таки с выступлений. Поэтому тот, кто хочет сделать их, то есть эти выступления, вот, пожалуйста, прошу вас. Кто? Несколько человек заявляли. Да, ну давайте начнем с вас. Пожалуйста, если можете, сюда. Это у вас. Добрый вечер. Готовился немножко на 7 минут. Скажем так, хотелось бы привнести немножко новый взгляд на то, что мы обычно исследуем, немножко зайти с другого подхода. Возможно, это даст некоторые дополнительные интересные мысли к уже имеющимся исследованиям. Тема контактов с неземными разумными существами давно интересует многих людей. И часто задаются много вопросов из разряда, где искать следы внеземной деятельности, каким образом можно осуществить контакт, почему они сами не выходят на контакт. Вот это одни из вопросов. Я хочу приложить альтернативный взгляд на эти вопросы, основанный на моем анализе исследований по биоэнергетике. Именно Лазарева Сергея Николаевича, парапсихолога, известного в серии книг «Диагностика камня». Изучая тему поликонтактов, можно заметить, что контакты в прошлом носили достаточно открытый и масштабный характер на Земле. Нам давали новые знания по различным областям, даже оказывали помощь, то есть непосредственно участвовали в развитии человечества. Возникает вопрос, почему сегодня мы не наблюдаем такое же поведение внеземных представителей? Сергеем Николаевичем Лазаревым были как-то продиагностированы полевые структуры некоторых из людей, утверждавших, что они были похищены инопланетянами, над которыми те проводили болезненные эксперименты, опыты. И какая картина представилась? До похищения в поле данных людей был четко отмечен так называемый иероглиф смерти, то есть на уровне тонких полей души эти люди были мертвы. Что это значит? Это значит, что в самом ближайшем времени они должны были либо заболеть неизлечимым заболеванием, либо должен был произойти несчастный случай. А после похищения биополе иероглиф смерти, так называемого, отсутствует, на тонких планах души есть энергия, а значит, есть будущая жизнь. Как понять эту информацию? Прежде всего, надо знать, что все события, происходящие в нашей жизни на физическом плане, изначально происходят на прямом уровне нашей души. То есть, проще говоря, поле первичное, тело вторичное. В нашем случае это означает, что представители ВЦ очень точно понимают устройство духовных биоэнергетических процессов живых существ. И четко следуют данным законам Вселенной. Мы думаем, какие они плохие, похищают людей, мучают их, проводя над ними опыты. С такой точки зрения они не делают зла, похищают уже обреченных людей. Более того, после всех болезненных процедур биополе у людей восстанавливается. Но это, как я считаю, уже побочный эффект похищения. Конечно, существуют и трагические случаи контактов. Я имею в виду контакты третьего и четвертого рода. В чем проблема? Мы замечены, что контакты с положительным результатом для контактера чаще всего происходят с детьми или с людьми несколько иного восприятия окружающего мира. Остановимся на детях. Вроде бы почему при этом ВЦ не найти какого-либо ученого для контакта, а лучше Нобелевского лауреата? У детей замечательные качества, непосредственность и дружелюбность, слабое чувство опасности, как следствие агрессии, в том числе на полевом уровне. И это главный аспект. Поскольку представители ВЦ прежде всего высокодуховно развитые существа,
А контакт с подобным уровнем весьма опасен, поскольку ускоряет процесс, идущий на полевом уровне. А если при контакте человек испытывает сильное чувство страха и как следствие внутри возникает защитная реакция в виде агрессии, а агрессия на полевом уровне – это программа уничтожения. В случае суицида программа усиливается многократно и возвращается на ее автора, что приводит к различным плачевным результатам касаемо здоровья и дальнейшей судьбы контактера. Поэтому, чтобы минимизировать отрицательное влияние подобного прямого контакта, прямого непосредственно с представителем МВЦ, существует два варианта. Первый – выбор идет в пользу детей или людей определенных духовных качеств, способных перенести данный контакт. И второй вариант – непосредственно в контакте участвуют роботы или биороботы. Для второго варианта характерный случай, где одни существа производят непосредственный контакт с человеком и дальнейшие манипуляции, и при этом где-то рядом за процессом наблюдают другие существа. Вернемся к полеконтакту. В далеком прошлом активность работы сознания у человека была гораздо ниже. Прежде всего, это связано со средой обитания. Поселения не были такие крупные, как сегодня города, например, и информационной нагрузкой. Книги – редкость, нет газет, радио, ТВ, интернет. В этом плане лично мы замечаем, что в деревнях народ дружелюбнее, чем в городе, как пример. Соответственно, при менее активном сознании полевые процессы также менее активны, что позволяет более безопасно входить на контакт с человеком. Вспомните, как многим пророкам и святым именно во сне, когда сознание отключается, являясь божественным существом, передавать таким образом информацию. Но не только во сне это возможно. При должном духовном развитии человек мог иметь непосредственный контакт с высшими существами. В то же время, как для остальных, такой контакт был смертельно опасен. Вспомните Моисея, где на горе Синай призвал его Господь, в то же время говоря, чтобы другие не приближались к нему, ибо умрут. Именно благодаря факторам меньшей активности сознания, по моему мнению, характеризуется столь большое количество полеконтактов. Кстати, само существование полеконтактов говорит нам о том, что ВЦ не чурается косвенно и прямого вмешательства в развитие человечества. Запомним этот факт. Так почему сегодня мы не видим этого? Те контакты, что встречаются сегодня, носят исключительно ограниченный характер и невероятно редки. Ищут ли контакты сами ВЦ? Думаю, что да. Разрушения наводят появляющиеся время от времени круги на полях. Они явно предназначены для нас. Исследования кругов Вадима Александровича Черноброва говорят, что зачастую помимо главного изображения, рядом, например, ближе к дороге, наблюдаются простые изображения. Это как приманка, чтобы не проглядели главного. Но понять информацию, заложенную в изображении, мы до сих пор не можем. Если принять за факт участие ВЦ в появлении кругов на полях и их явное желание именно показать нам эти изображения, неужели они стали бы настолько его шифровать? Вполне полагаю, что они представляют, насколько мы развиты, и, думаю, вполне могут и прямым текстом что-нибудь нам изобразить. Почему выбран столь странный способ? Могу предположить, что данное явление – это очередной тест для человечества, позволяющий понять, насколько мы разумны в их понимании. Я считаю, что информация, заложенная в этих изображениях, имеет волевую структуру, прочесть которую может человек с паранормальными способностями. Замечу, в исследованиях Вадима Александровича Черноброва за этим еще два факта. Первый. Перед появлением изображения на полях все живое уходит из данного места. А животный мир, как мы знаем, лучше человека чувствует изменения на уровне поля. Это говорит о том, что на полевом уровне воздействие энергетики, присутствующей в изображении, уже присутствует, хотя физически изображение еще не появилось на поле. Второй фактор. Человек, случайно оказавшийся в этом месте в момент их появления, ощущает непереносимый страх, что полностью логично. Это защитная реакция от контакта с высшей полевой энергетикой, ведь в этот момент представители ВЦ где-то рядом. Соответственно, человек, могущий прочесть заложенную в них информацию, уже проходит своеобразный тест на возможность контакта с ним или с группой, которую он представляет. Информация, заложенная в кругах, поэтому имеет символическую ценность и не является ключевой. Что ж, вырисовывается некоторый портрет нужного контактера для представителей ВЦ. Это прежде всего добродушный человек, умеющий сохранять чувство любви в душе в самых экстремальных ситуациях, имеющий представление о полевом устройстве Вселенной и, возможно, обладающий паранормальными способностями. Да, интересно было бы обсудить в том же ключе такое понятие, как время, и, возможно, ли в принципе путешествие в нем, но, как ни парадоксально, у меня уже не осталось времени. Да, вот именно. Да. Поэтому, спасибо. Пожалуйста, я прошу кого-нибудь из наших лекторов, если вы хотите прокомментировать это выступление. Пожалуйста. Александр Петухов. Я даже и встану. Раз стоял выступающий, значит, надо вставать и всем.
кто его обсуждает. Ну, действительно, доклад, вернее, сообщение было очень много уровнем, и, наверное, никто из нас, сейчас, если будем разбирать его по полочкам, времени никому не хватит, скажу, в основном, раз здесь позволит нам всем дискутировать, чем, по крайней мере, трудно согласиться. Да, действительно, постановка вопроса насчет полевых форм, насчет внутренней энергетики тех и других, я имею в виду нас и предполагаемых инопланетян. Конечно же, сама по себе тема очень интересна, но дело в том, что мы во всем, вот всем этим нашим творческим коллективам, мы стараемся все-таки предложить прежде всего факты. А, к сожалению, вот, допустим, все полевые различные феномены, ну, пока нам не подвластны. То есть мы не можем ни пощупать, ни потрогать, ни измерить никак. Теперь, что прозвучало в докладах, это, собственно, доклад вот в этом сообщении, собственно говоря, три ключевых вопроса. Это вопрос по контактам, это вопрос с общением внеземных цивилизаций, еще что касается кругового полива. Так вот, может быть, кто-то потом из коллег меня захочет продолжить, я хочу сказать совершенно кратко следующее. Мы о внеземных цивилизациях говорили, и если от вас будут такие заявки, собственно говоря, наши планы стараемся именно от этого отталкиваться. Если хотите какую-то лекцию, напишите, всегда мы такую лекцию организуем. Так вот, если касается внеземных цивилизаций, то дело в том, что мы, во-первых, действительно еще пока не знаем, а есть ли они, допустим, в нашем приближении. Конечно, говорить о кругах, что это какие-то знаки для нас, но они, ну, круги-то известны более 6-5 веков. Еще даже если, как говорит сейчас выступающий человек с паранормальными способностями, может их расшифровать, весь вопрос как. Понимаете, что такое? Вот я любому из вас дам текст, вы мне его прочтете. А тут получается, что каждый человек с паранормальными способностями безумным, он их переводит так, чем никто другой подтвердить не может. Вот это действительно слабая сторона. Теперь, что касается палеоконтактов. Почему мы, в конце концов, все заклинивают о том, что пирамиды приезжают делать инопланетяне, камни перетаскивают инопланетяне, знания дают инопланетяне, золотые самолетики тоже инопланетяне и так далее. А мы-то что, хуже? Тем более эти золотые самолетики, если смотреть их чисто технические характеристики, они предназначены не для инопланетянской, а для нашей атмосферы. Это первое. Второе. Поэтому, мне кажется, в некоторых случаях более доказательным, если мы говорим с точки зрения доказательств, говорить о том, что все-таки надо сначала более глубоко изучать тему наших цивилизаций, процивилизаций или нескольких, которые там сменяли друг друга, может и не сменяли. По крайней мере, этот вопрос представляется более, что называется, ощутимым, тем более, что вот, да, Андрей Скляр старается найти реальные следы той же обработки камня, но почему он все кивает в сторону процивилизации. И вот я просто к чему хочу. Я не возражаю ни против ни одного постулата, который прозвучали, я просто считаю, вот сейчас выступление, я просто считаю, что и наш диспут, и наши выступления перед вами, они все-таки должны быть, ну, более, как бы сказать, доказательным, к чему мы и стремимся. Всем спасибо за внимание. Так, хотелось бы задать вопрос, кто еще из выступающих подготовил материал. Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, но у меня будет такое как бы выступление на несколько тем. Ну, я очень кратко тут вот тезис набросал. Немножко с другой стороны на все это взглянуть может быть необычно, да, то есть. Значит, первое, я хотел бы сказать, что мы живем в компьютерной программе, возможно, то есть это предположение. То есть, опять же, все можем вспомнить фильм «Матрица» 99-го года, но не так, как в этом фильме, допустим, лежим в коконах, да, и мы здесь, вот наши формы, они между собой общаются. А, допустим, все, что сейчас здесь происходит, это есть некий огромный компьютер, да, который просчитывает все там до, там, вплоть атомов, там, электронов и так далее. То есть у нас же компьютеры все более и более мощно развиваются. Допустим, мы сейчас все живем внутри некой компьютерной программы. И, скажем, все события, которые были в прошлом и будут в будущем, это прописанная компьютерная программа, как это можно подтвердить? Ну, не знаю, насколько это будут убедительные доказательства, скажем, вот такие люди, как экстрасенсы, да, они могут подключаться к этой программе и видеть будущее. То есть давайте, может быть, предположим, что они подключаются не к информационному полю Земли, да, и не за счет того, что они как-то, у них мозг обрабатывает информацию в ином плане, а, допустим, они подключаются вот именно в эту программу,
и видит то, что будет в будущем. Да, конечно, они ошибаются, кто-то лучше, кто-то хуже, но вот, допустим, такой факт. Вещи сны у людей бывают, тоже некое происходит подключение в какой-то момент, мы предвидим будущее. Допустим, предчувствие тоже подключение. Такой момент, как всевидящее око, да, которое преследует нас из Библии, оно повсюду, оно нас видит. И написано, что как бы любой поступок будет записан в книге жизни, в книге земли, в книге жизни, в книге смерти. Да? То есть программа полностью сейчас вокруг нас, да, она контролирует нас, она читает наши мысли, она видит нас, допустим, феномен клинической смерти, да, исследование Моуди. Человек в момент клинической смерти просматривает всю свою жизнь как фильм, даже те события, которые он давным-давно забыл. А как такое может быть? Эта информация где-то записана. Допустим, она записана в программе на жестком диске. Допустим, гипноз, да, сейчас существует не только прогрессивный гипноз, регрессивный гипноз, но существует прогрессивный гипноз. Что это такое? Это когда человек вводит в состояние гипноза, он может предсказать свое будущее. То есть его спрашивают, кем ты себя видишь через 5 лет, он говорит, я через 5 лет там переехал в Питер, работаю, сменил работу, женился, купил квартиру. И это происходит именно так. Возможно, тоже человек вот вводит в такое состояние, когда он подключается к программе и видит, что в этой программе, на программе на будущее. Вот, опять же, возможно ли путешествие во времени в данной программе вперед и назад, неизвестно, потому что мы не понимаем, как эта программа работает. Вот, я хотел бы сказать такое, может быть, наблюдение, что программист или программа, она, то есть, возможно, мы сидим внутри этого компьютера, программа есть программист, то есть, не сама программа, как бы, обладает интеллектом, а некое лицо, которое ее запустило. Мне кажется, что, значит, он обладает чувством юмора, любит шутить, смеяться над людьми, создавать парадоксальные ситуации. Но чувство юмора особое, такое вот с издевкой, с попыткой как бы проучить человека и показать его заблуждение. Почему говорю, что это скрывается слишком поздно, иногда он не может уже ничего изменить. То есть, вот, допустим, такие ситуации, как из Библии, там, история Иова, да, когда у него все это отнимают, и как бы просто вот смотрит на него, как он поведет, испытывает, или история там Авраама и Исаака, да, тоже. Попытка посмотреть, наблюдать, хотя в программе все это запрограммировано, прописано, просто вот интересно посмотреть реакцию самого человека. Что такое НЛО, да, возможно, такой необычный взгляд, что это не есть представитель ВЦ, да, который высокоразвитая цивилизация, которая за нами наблюдает. Возможно, это глюки в программе, да, в любой программе бывают глюки, поэтому программист не хочет, чтобы их заметили внутри находящиеся наблюдатели. И как только они обнаруживаются, они сразу резко улетают, не потому что они не хотят контакта, а просто программист их убирает, чтобы мы не акцентировали на них внимание. Такое понятие, как параллельные миры, возможно, могут быть параллельные программы, которые крутятся одновременно на этом же компьютере, и в какой-то момент тоже происходит глюк, и там, скажем, они соединяются, и, скажем, существа из этой программы могут попадать в другую программу. Возможно, что ничего нет за пределами Солнечной системы, все звезды, это только бутафория, и все наши отраженные сигналы, которые мы посылаем во Вселенную, это есть некие сигналы, которые, скажем, программа вокруг нас посылает нам назад и дает вот нам такую дезинформацию. Допустим, вспомните фильм «Шоу Трумана», да? Почему это возможно? Потому что вот зонды, которые там пионеры запустили в 78-79 году, вот как-то они очень проблематично покидали Солнечную систему, и непонятно, покинули, не покинули, хотя давно должны были покинуть. Вот, ну и как бы резюмируя всю эту программу, если мы живем в программе, то таких понятий, как свобода воли, возможность идти в будущее, это просто не существует, все запрограммировано программой как бы на будущее, да, то есть единственное, что мы можем сделать, допустим, подключиться к ней, прочитать будущее, да, и выбрать модель поведения, чтобы максимально отвечала нашим интересам. И буквально пару слов, просто хотел бы вот с лекторами своими мыслями поделиться, я вот у некоторых лекторов спрашиваю, не буду говорить у кого, но у меня вопрос был следующий, спрашивают ли спецслужбы, там, допустим, тот же наш ФСБ, да, вот какую-то информацию про палеоконтакт, про высокоразвитую цивилизацию, там, про инопланетян. Ответ был нет, что интерес вроде как пропал, что с начала 90-х наши власти озабочены, там, скажем, дележом власти, деньгами, что им это интересно. Я хочу сказать следующее. Мое мнение, что они знают просто больше нас. Они знают больше нас, больше лекторов. И мы им не интересны. Мы же не поедем в Африку там, у аборигенов, у папуасов, там, я не знаю, у негров спрашивать, как строить небоскребы или проконсультировать нас по высшей там, математике или по какой-нибудь по ядерной физике. Они знают больше нас, и они не входят в контакт с лекторами, им это не интересно. Возможно, они знают про программу, но судя по их действиям, они пока не могут к ней подключаться и не могут четко видеть будущее. Вот, потому что происходит очень много накладок, и вот, видимо, им приходится работать по старинке через таких вот экстрасенсов, слиперов, чтобы увидеть будущее и понять его, предсказать. Вот. Теперь вот такая еще мысль, буквально заключительная. Ну, все мы читали работы уважаемые Андрея Склярова, Андрея Жукова, Вадима Черноброва, скажем, Сан Кудайков, авторов из, мне кажется, здесь сидящих.
на мой взгляд, существование сукоразной цивилизации, оно однозначно. Да, это были, возможно, инопланетяне, возможно, это были земляне. Мы этого не знаем, вот как сказал Александр Пехов, у нас нет доказательств. Может быть, двигаться в другом направлении, если это, они однозначно существуют, и, возможно, они где-то рядом с нами, там, на глубине океанов, или там летают в тех же самых НЛО, я уже перескакиваю, что это не программа, а, возможно, они реально существуют. Может быть, пора вступить с ними в контакт, среди них могут быть люди, которые заинтересованы в контакте с нами, и, может быть, поделиться знаниями. Как это сделать, я не знаю. И последняя мысль, которую хотел поделиться, хотел бы услышать мнение лектора, что они думают про это, да? Вот у Андрея Склярова очень хорошо развита мысль, что научно-технический прогресс, который существует, возможно, боги его прилетели, да? То есть, и они сейчас как бы пытаются понять, как делать дальше, и как бы как планировать свои действия. Возможно, они не прилетели, возможно, это было сделано умышленно. Ну, одна из версий. Допустим, существует же не одна высокоразвитая инопланетная цивилизация, если это все-таки были инопланетяне наши боги, да, наши, кто создал там термин. Возможно, они знают, что будет какое-нибудь вторжение другой цивилизации, да, и, скажем, они нас готовят как защитников этой планеты. Мы считаем планету Земля своей, а они, возможно, считают ее своей, хотя мы их не видим. И когда будет вторжение некой другой враждебной цивилизации, нас просто пустят как пехоту, как пушечное мясо на передовую защищать свою планету. Не знаю, вот такой вот набор информации из разных областей. Хотелось бы услышать мнение лектора. Спасибо. Это выступление, пожалуйста, Александр Белов. Мне кажется, очень интересно, вы так выдали целый набор всяких интересных мыслей. Ну вот мне кажется, по поводу с конца, да, если начать вот, власти, да, что они не интересуются мнением лекторов, я думаю, власти, они просто занимаются своим делом. Вот. И, в общем-то, особо до лекторов. Вот, да. А вы думаете, что там президент сидит, у него ограниченные полномочия, то есть, ну, собственно говоря, возможности как-то и думать о палеоконтактах, я думаю, он не будет. Он гораздо о земных вещах думает, которые, собственно, его в большей степени волнуют. Поэтому, в общем-то, все как бы открытые, шлюзы открытые, может любой как бы вступить в какой-то контакт, вы правы. Меня что интересует, вот такой момент, мне кажется, религия, она узурпировала отчасти вот этот вот феномен, о котором вы говорите. То есть это то, что человек, его мыслительные способности, его ум, разум, какие-то, так сказать, способен создавать не фантомы, но, по крайней мере, вступать в какие-то, ну, искажать пространство, так скажем. Вот любая наша мысль, кинутая там или просто подуманная, она может, так сказать, в виде ситуации вернуться через 5 минут. Вот такая ситуация, вернее, такие ситуации, они встречаются. Экстрасенсы, они более тонкие люди, они просто понимают это и, ну, или не понимают, пользуются этим. А вот, значит, в древности был вот такой вот в Индонезии понятие мана, вот, и считается царь. Вот он стяжал мана, и как бы за весь народ, так сказать, свой собственный, вот он как-то провидел эти ситуации, и почему как-то власть царю отдается, да, в большей степени. Вот именно вот в Индонезии так считали, что именно вот он мог своими как бы мыслительными способностями вот делать так, чтобы не было войны, или войны были в его пользу, или там, чтобы не было там ни урожая и так далее и тому подобного. Ну, всяких там неприятностей, болезней, падеж скота и прочее разное. То есть благоприятное стяжение обстоятельств. Вот функция царя древнего, да? Вот, то есть это совсем отличается от функции нынешнего президента, который текущий какой-то занимается работой, которому бумаги просто подают, он их там черкает, подписывает. Вот, ну, не знаю, может быть, и у современного президента тоже есть некая, так сказать, такая своя мыслишка, которой он доверяет только подушке, вот, насчет того, значит, ответственности перед народом. Но на самом деле, вот фараон в Древнем Египте, он же тоже как бы вот за весь народ, да, и вот, собственно, его и выбирали, и эти пирамиды строили тоже. Ну, одна из версий, вот, чтобы благосостояние фараона и, следовательно, всего народа, так сказать, улучшалось. По поводу экстрасенсов, мысль интересная тоже, что, мне кажется, вот многие из нас эти способности имеют, но не признаются себе самим, что они в них есть. И вот это непризнание, оно отрубает просто, как кабель отрубает от этого информационного поля.
И ситуация, она искажается уже, действительно. Если я говорю себе, нет, ничего не будет, моя мысль не влияет на ситуацию никак, но оно так и не влияет. То есть мы сами себя программируем. И вот для меня очень важным таким обстоятельством было то, почему материализм не проходит, дарвинизм не проходит, да, вот, казалось бы, то, что мир не материален, он не материален. Это очень важно. Именно понять, почувствовать это, что мыслительные наши способности вот как-то куда-то проникают, это очень тонкая как бы вещь, она на грани психологии, парапсихологии, естественно, научных знаний каких-то. И я думаю, что вот этим наша наука точно не занимается. Отдельные экстрасенсы могут там, они как-то искать машины пропавших людей, но вот как бы теоретически обосновать, понять это. Вот древние философы, типа Платона, они могли через это рассуждать эти вещи. Алексей мне делает знаки. Все, пора. Спасибо за внимание. Спасибо. Мы хотим по двум выступлениям. Я очень терпимо и с уважением отношусь к любой точке зрения. И в частности, вот одна из версий, я настаиваю на термине версия, что мы живем в матрице. Ну а НЛО и другие объекты – это сбойник программы. Я, как бы сказать, как в качестве дополнения, что ли, в пользу того, что эта версия вовсе не такая уж, не слишком фантастическая или не более фантастическая, чем многие другие, хочу сказать, что есть ряд астрофизиков западных, которые на полном серьезе ищут подтверждение вот этой матричной версии на космогоническом уровне. И, в общем, если найдут, ну, что называется, и почему бы и нет, я не сторонник ни в коем случае вот конкретно этой версии. Но ничего плохого не вижу, чтобы и эту, и все другие версии рассматривали. Тем более, что вот когда-то я насчитал 37 версий гипотез происхождения объяснения такой глобальной проблемы, вопроса, как НЛО, мы по большому счету действительно не знаем, что это, откуда, зачем, куда и так далее. И поэтому я призываю следить за терминами и разделять такие понятия, как версия и факт. Это совершенно разные, так сказать, принципиально разные вещи. Если все, что если версия преподносится как вот, по мнению исследователя N, возможно, вот, происходит это так, то, в общем, ну, соответственно, это не режет слух, и мы понимаем, что, ну, что к этому надо относиться соответствующим образом. Если для проверки какой-либо версии, ну, неважно, мы живем внутри матрицы, нас контролируют там, боги или нам мешают свой прогресс вести или наоборот помогают. То есть здесь могут быть взаимоисключающие или взаимопротивоположные утверждения. И все они имеют право на существование. Мне кажется, все эти утверждения приобретают двойную, тройную ценность в случае, если помимо утверждения автор или авторы еще предлагают, ну, какой-то практический метод проверки. А вот давайте, ну, условно говоря, вот проведем вот такой-то эксперимент. Вот астрофизики американские, например, для проверки версии матрица, мы живем в матрице или нет, вот, ищут, где на космогоническом уровне мы начнем замечать отдельные пиксели информации. То есть вот какой бы ни был самый мощный компьютер, программисты и даже и пользователи знают, вот как бы ни была картинка или информация объемно, как бы ни была она огромна по памяти, но вы, когда приближаете картинку, рано или поздно вы находите эти отдельные пиксели. И понимаете, что это нереальная картинка, что вы не на природе, что там,
Пол, который вы видите, это всего-навсего некая модель пола, это 3D-картинка, имеющая какие-то ограничения. Вот мир, в котором мы живем, как бы априори мы считаем, что он по определению вот не имеет этих пикселов, потому что это настоящий мир. А вот если бы это была картинка, рано или поздно, приближая зумом, мы эти пиксели нашли. Вот они ищут. Пока еще, так сказать, в процессе. Это нормальный научный метод. Если кто-то из вас предложит, неважно ваша версия изначально, так сказать, фантастическая, реальная или нереальная, опустим, субъективное мнение, в том числе и мое мнение, оно вторичное. Но если есть идея, вот давайте проведем эксперимент, поступим вот так-то, 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 и на выходе будет понятно, подтверждается эта информация или нет. Я целиком и полностью вот тогда на вашей стороне. Единственная, так сказать, оговорка, меньше использовать эксперименты с экстрасенсами, которых я тоже, так сказать, априори уважаю, но я понимаю, есть методология экспериментов, и использовать для подтверждения своей версии работы экстрасенсов, это все равно, что настраивать их на поиски подтверждений. Вот что вы в них заложили, то они будут искать. Как программа, которую вы закладываете в компьютер. Вот это не совсем научный метод. Спасибо, Вадим. После чего про. Давайте Андрею Скляру слово дадим, да? Действительно, просто два выступления, которые были, там намешано очень много. С одной области, с другой, с третьей. Значит, в свое время Зигмунд Фрейд высказал такую идею, что на самом деле вообще сам факт наличия разных философских систем в каком-то обществе, он характеризует уровень культуры этого общества и уровень его развития. У нас сейчас в обществе очень много разных версий, философий, тем более, когда нет единой государственной идеологии. Поэтому я считаю, что мы на достаточно высоком уровне развития находимся, что сам уже факт, да? Ну вот, я просто проведу параллель, совсем недавно был на очередном семинаре, где физики с математиками сидели. Вот, математик там рассказал хорошие там свои какие-то построения, после этого задает вопрос, ну хорошо, а вот эти формулы, они что описывают? Да я еще не думал. Говорит, ну на какой процесс ее можно вот их наложить, чтобы там какие-то выводы из этого делать? Он говорит, нет. Мне понравилось, когда я сказал фразу «человек – член комиссии по борьбе с лженаукой». Он сказал, для того, чтобы ваши теперь формулы дали что-то осязаемое, он должен пережить первородный грех, а сейчас вообще девственно чиста. Вот, собственно говоря, я к чему? К тому, что строить мы можем любые теории, они ценны хотя бы по факту своего существования. Но давайте разберемся дальше. Мы что делаем? Мы пишем фантастику. Либо мы пытаемся разобраться в окружающей реальности. Если мы хотим разобраться в окружающей реальности, то нас должна не завораживать красота построения теории. А давайте ее, наоборот, проверять на соответствие реальным фактам. Как проверяется вообще по методологии любая теория? Выискиваются в ней, в самой этой теории, слабые места. И смотрится следствие, к которым она должна приводить. Вот чем два выступления? Что объединяет два выступления? Возможность перемещения во времени назад. Значит, сразу, товарищи дорогие, хочу сказать так. Физики совершенно однозначно. Как только вы заводите речь о движении назад во времени, вы должны понимать, что вы нарушаете принцип причинности. Если, дальше есть еще один принцип. Если какое-то явление в природе существует, то оно будет проявляться на разных уровнях. По-разному оно будет проявляться. И невозможно, чтобы это перемещение существовало только у человека. Оно должно быть у животных, возможно, в неживой природе. То есть мы должны тогда наблюдать нарушение причинности везде вокруг нас. Ну не обязательно на каждом шагу, но должны встречать очень часто. Возникает вопрос, значит, что мы будем делать? Давайте мы соберем хотя бы эти свидетельства. Их нет. Понимаете, вот на самом деле вопрос причинности мучает очень многих физиков. Никто при всем старании, при всем, сомнения в своей собственной позиции или наоборот попытки пересмотреть существующие теории не может найти фактов нарушения причинности. Это самое главное, понимаете?
То есть сразу же давайте какие-то теории отсекать, если мы действительно хотим, как я говорю, разобраться в том, что есть реально. Что касается программ, значит, тоже давайте смотреть реальность. Существуют законы вокруг нас, детерминистические, которые замечательно подходят под программы и так далее. Но существует микромир, существует психика человека, там, социология и так далее, где законы не детерминистические, а вероятностные. Это программа не заложишь, всегда есть несколько вариантов решений. Точно так же, как у нас есть несколько теорий для объяснения существующих фактов, и любая из них может оказаться правильной. Точно так же может реализоваться любое решение из потенциально возможных и допустимых в рамках этих законов. Поэтому о предопределенности здесь тоже говорить нельзя. Но вот когда мы говорим о том, что экстрасенсы что-то там предвидят, человека вещи сны. Ну, извините, мы на каждом шагу, вот, даже когда едем сюда, мы пытаемся представить там процесс, как это будет происходить. Мы строим планы, мы что-то прогнозируем. Нас не удивляют политические прогнозы, не удивляют. Почему нас удивляет то, что мы занимаемся прогнозами во сне? Мы замечаем, когда они совпадают, конечно, замечаем, потому что нам это помогло по жизни. Но мы не замечаем, когда они не совпадают. Здесь начинается субъективный перекос. И, значит, уже замыкая, чтобы быстрее, значит, когда мы говорим о тех же экстрасенсах и так далее, значит, я могу сказать, что, к сожалению, у нас публика очень малообразованная. Реально, я уже не один раз говорил на лекциях, подчеркивал это дело. Значит, мы уже давным-давно на профессиональном уровне, извините, ученые занимаются исследованиями в этой области, это психологи, которые работают по методикам, просто забыв. Они не говорят о душе, они говорят о сознании, подсознании. Они специально еще в материалистическое время ушли от понятия душа, материя и так далее. И просто работают на методиках. Все эти методики работают. Как мы, Саша, говорим, моя мысль не сбудется. Так вот, там есть, например, такая замечательная закономерность. Подсознание не знает, а частицы нет. Когда ты сказал, это не сбудется, ты фактически запрограммируешь это сбудется. Понимаешь, там есть свои законы. И когда мы начинаем говорить об экстрасенсорике, извините, ребят, ну нужно разбираться немножко в этих законах, туда влезать. Потому что есть там, помимо просто приема информации, есть еще такая банальная вещь, еще стадия обработки информации. Информацию мало принять, ее нужно еще адекватно интерпретировать. Вот, по крайней мере, те эксперименты, которые мы проводили, мы специально там, когда экстрасенс делал, мы готовы с вами работать, мы вам предскажем, поможем. Я говорю, давайте, я специально формулирую некие контрольные вопросы, которые имеют однозначный ответ. Мы едем на место и проверяем. Либо да, либо нет. Там, где уже ассоциации не сработают. Пока имеем 100% отрицательный результат. И как я уже неоднократно озвучил, нас больше волнует, почему никто хотя бы пальцем в небо не попал. То есть наоборот, как бы стоит некий блок. Ну, это уже я уйду. Да, спасибо. Одну секунду просто дополнить, как бы. Вот мы ушли все-таки в разговоре об экстрасенсах, от очень важной темы. Все-таки мы, как бы, извините, такое как бы сленговое слово, ковыряемся вот этом идеологическом пространстве, которое вот со школьной скамьи нас обучили, понимаете, вот мы живем в том мире, которым он создан нашим социумом. Понимаете? И вот если, допустим, ребенок родится, инопланетяне утащат какого-нибудь мальчика или девочку, да, там, воспитают, они воспитают его совсем в других категориях традиций. Он будет совсем иначе мыслить. И мы это забываем. То есть наша память, она имеет плюсы и имеет минусы. В данном случае мы как бы идеологическое пространство представляем, пространство смыслов. И мы в нем живем, и исходим из него. А если выпустить из этого пространства смысла, будет другая реальность. И мы увидим совсем мир в другом измерении. Вот что интересно. И вот тогда, может быть, действительно звезды упадут на небо. То есть это на Землю, а Земля, ну, это же другая история. Спасибо, Александр. Вот. Хочу сказать, что сейчас подошел вот как раз Игорь Бурцев, один из наших лекторов, ведущий экуминолог в России, занимающийся проблемой снежного человека, так что вот если у вас будут потом вопросы, вот, пожалуйста, рад представить. Вот, вопрос такой, есть у кого-то еще выступление в зале, да? Пожалуйста, тогда. Ну, только прошу придерживаться регламента все-таки, потому что время ограничено. Вы не смотрите, что у меня такой талмуд, я буду максимально... Пожалуйста. Дело в том, что
Этим летом я, ну, сбылась моя мечта, я наконец-то посетил Ангкор-Ват, и, ну, вернее, всех храмы Ангкора, весь комплекс. И такая моя определенная убежденность, что он в некотором смысле исследователями как-то недооценен, что ли. Возможно, потому что он не содержит там каких-то циклопических мегалитов, какой-то там действительно явной полигональной кладки, которую бы там можно было увидеть, там, пощупать. Но все-таки он однозначно вызывает уйму вопросов у человека вот, с нашим сознанием, с нашими ощущениями, именно потому, что он какой-то другой, вернее, ну, я на примере Ангкор-Вата сейчас говорю сразу про весь комплекс, что сама причина его строительства, сама его принадлежность, она настолько непонятна нашему сознанию, вот, человеческому, вот в том виде, в котором мы сейчас находимся, в нашей цивилизации, что именно это, на самом деле, в большей степени подтверждает то, что его строили, условно говоря, не кхмеры. Вот, я постараюсь немножко вот этот тезис максимально бегло как-то доказать, не знаю, я не предлагаю это на веру все воспринимать, то, что я буду говорить, но есть несколько наблюдений, которые я там сделал, и я думал, будет возможность показать, но, наверное, нет. Я тогда буду, в общем, это описывать словами максимально красочно. Дело в том, что когда приезжаешь туда, естественно, полностью сразу же забываешь о том, что это какой-то храмовый комплекс, это однозначно никакие не храмы, и в первую очередь это подтверждается хотя бы тем, что те люди, которые действительно сейчас там проводят религиозные всякие свои какие-то действия, они однозначно выглядят совершенно посторонними в этих местах. Там ни один из этих так называемых храмов не содержит хоть сколько-нибудь подходящего помещения хотя бы для отправления вообще религиозных каких-то обрядов. Все там, ну вот, непосредственно люди, которые этим занимаются, они сидят, грубо говоря, просто в коридорах, в каких-то вот таких, каких-то галереях совершенно к этому не приспособленных, мешают абсолютно всем туристам, вот, и когда ты их видишь, ты очень четко понимаешь, что не могли люди, спроектирующие такой колоссальный комплекс, кто не знает, там практически 1000 зданий или около того, на огромной территории они расположены, и вот сразу же первое, что бросается на глаза, это то, что люди, спроектировавшие такой гигантский комплекс, не предусмотрели элементарно каких-то сколько-нибудь подходящих помещений. Все помещения там просто сквозные, в форме галерей, в форме каких-то переходов, абсолютно продуваемые всеми ветрами со всех четырех сторон, просто открытые. Вот. Поэтому то, что версия храмов, она однозначно ошибочная, это видно сразу приехали. Вот. Что удивляет второе? То, что все храмы, ну я их буду так называть, вернее, скажем, крупные храмы, они там делятся на большие и такие небольшие. Вот. Вот те, которые большие, они все спроектированы очень интересным образом. То есть они всегда окружены каким-то рядом вспомогательных строений. Эти вспомогательные строения, они находятся непосредственно на земле, либо на этих небольших возвышенностях, на каких-то таких переходах над землей. А все строения, которые вот такие действительно крупные, они... Все их полезные площади, если это можно так назвать, все вот эти галереи, они находятся на возвышенности порядка там 20 метров. То есть, грубо говоря, 20 метров идет вот такая вот ступенчатая кладка из больших, ну, из больших таких блоков, отшлифованных там красиво, без всякого раствора, все очень ровненько, швов практически не видно. Но полезные площади все находятся наверху, и опять же, насколько они полезны, вот с точки зрения нашей логики, они бесполезны абсолютно. То есть, потому что вот наверху вот этого всего строения находятся вот эти самые галереи и башни. Башни абсолютно пустые внутри, полые, никаких не содержат средств для того, чтобы на них забраться, а они, ну, до 65 метров там в высоту, что, соответственно, сразу возникает вопрос, почему люди, проектируя и строя такое огромное сооружение, не предусмотрели даже возможности подъема наверх, чтобы осмотреть окрестности там на предмет врагов, да? Никаких способов подняться на них вот визуально, их просто нет. И больше того, их даже это вообще опасно, скажем прям, что они все имеют шишковидную какую-то такую форму. Очень все это красиво задекорировано настолько, что, ну, просто дух захватывает, и, честно говоря, даже не совсем понятно, как это можно сделать, даже имея наши строительные веса сегодня. Вот. Что я хотел еще сказать?
все они окружены такими своеобразными водоемами. Эти водоемы меня очень сильно как-то так заинтересовали, именно потому, что если мы все-таки исходим из версии, что это строили кхмеры на уровне своего вот начального какого-то развития общества, то эти водоемы, естественно, используются, ну, каким-то там, ну, способом для там, условно, добывания пищи какой-то и так далее. Но все эти водоемы, ну, я про геометрию вообще молчу, они идеально геометрически все выстроены, и они все окружены, вот как мы сейчас делаем, таким камешком, как каменным мешком, как бы вот загнаны в такие каменные, ну вот, мешки из тех же самых блоков, вот, что сразу меня лично натолкнуло на такую мысль, что общество, находясь на своем каком-то развивающемся совсем стадии, ну, не будет тратить колоссальные усилия на то, чтобы декорировать свои вот какие-то водоемчики. Мы сейчас даже не везде это делаем, у нас много где просто берега совершенно свободно вот так вот сделаны. То есть это чистой воды декор ради декора, а вот декорирование ради декорирования — это какое-то уже свойство не первобытного общества, а это, скажем, уже общество какое-то разумное, либо оно на это не тратит каких-то колоссальных усилий. Вот, то есть что оно может так запросто вот взять и огромное количество каменных, ну, блоков доставить с одной точки, привезти их только для того, чтобы вот оградить себе вот прудик. Вот, это вот еще один момент. Теперь я вкратце еще про вот небольшие сооружения, потому что на самом деле вот вызывает больше всего вопрос. Если вот эти огромные, ну вот восхищался, все понял, вернее понял, что ничего не понял, то с небольшим строением лично у меня было полное ощущение, что это своеобразные дома. То есть, что они находятся на земле, они абсолютно по типовому принципу все построены, если все огромные сооружения абсолютно разные, начиная, ну, не будут раз, то все строения, которые стоят на земле, они, ну, вот маленькие дети, они, в общем, имеют абсолютно одинаковую структуру, они имеют крыльцо, там, своеобразное что-то типа дома, вот что-то типа помещения, опять же, продуваемого. Вот, и находятся такими группками. Вот, сейчас это называется храмами, то есть, грубо говоря, вот эти группы домов, они сейчас вот, называются храмами. На самом деле, это создается полное ощущение, что это своеобразное поселение, а вот, значит, большие здания — это, ну, как и вот какого-то правительственного, там, не знаю, назначения. Вот, и, собственно, ну, выбор тогда, да. После посещения у меня сложилось однозначное мнение, что никакой, конечно, не храмы, это однозначно какой-то древний город, и однозначно человечество вот в том понимании, которым мы знаем его сейчас, к этому строению никакого отношения не имеет в принципе. Не только потому, что она не могла это построить, а хотя бы потому, что она не может этого даже понять, она даже использует его как попало. Вот, и еще вот, как бы вот с инопланетной темой мы уже коснулись, я вот, честно сказать, вот из моих, исходя вот ощущений, это опять же только мое личное мнение, ничего инопланетного, вот я там, честно говоря, не увидел. Вот, все. Спасибо. Вам. Спасибо. Нет, я комментировать не буду, я просто вижу, что у вас, поскольку текст есть, то фотографии явно подобраны. Да, ну так присылайте на сайт, поместим в рубрику там фотоотчет по поездке, либо если у вас будет вырастить это в статью, присылайте статью, опубликуем, и потом их можно будет, нет, ну, что вы присылали? Я прислал и тексты. Нет, вы не прислали там тезисы буквально, да? Да, скомпонуйте это вместе, чтобы это было можно взять и вывесить. Только подумайте, чтобы сформулировать так, чтобы вас люди понимали до конца, да, ваши мысли. И тогда, там, после этого, уже в обсуждении на форуме сделать конкретно там, по отчету или по статье. Это будет гораздо более конструктивно и для вас, и для всех. Потому что на слух это, конечно, воспринимается. Спасибо. Используя служебное положение, я вот предоставлю несколько минут Игорю Бурцеву, нашему лектору, главному ведущему. Пожалуйста. Я вот буквально несколько слов действительно скажу. И самое последнее, самое важное событие произошло 1 октября, вот буквально два дня назад, в городе Даллас, Соединенные Штаты Америки, штат Техас. Там собралась пресс-конференция, и средства массовой информации, телевидение ABC, очень солидная фирма в Соединенных Штатах Америки, CNN и так далее, присутствовали там. И там выступили две команды. Одна команда миллионера из Канады
Адриана Эриксона, который финансировал исследования в этой области несколько лет, в области снежного человека. И по некоторым данным он уже затратил 3 миллиона рублей на это. И вторая группа – это 3 миллиона долларов. И вторая группа – это генетик доктор Мельба Кетчум. Ее лаборатория как раз находится в Далласе. И она уже 5 лет исследует образцы биологические, собранные из 14 штатов Соединенных Штатов Америки и двух провинций Канады. Этих образцов насчитывается порядка 109, и она уже 5 лет занималась исследованиями, чтобы определить ДНК этих образцов. И, в общем, пришла к определенному выводу, да, они достигли результатов. Но они связаны между собой были, Эриксон тоже это финансировал. И вот они выступили, и комбинированно Мельба Кетчум представила свои результаты ДНК, а Эриксон, группа Эриксона, представила кое-какие видео, фотографии этих существ вживую. Но, к сожалению, до меня дошли только некоторые не очень хорошие фотографии. Я мог бы их здесь продемонстрировать. Вот, они у меня на флешке с собой, но если нет возможности, значит нет. Я думаю, ничего страшного. Это вот одно. То есть сейчас шум поднялся во всем мире. Уже начинают к этой теме поворачиваться, как говорится, лицом. И официальная наука, и власти, и так далее. Но я позже вернусь к этому случаю. А теперь я скажу о том, что происходит в нашей стране. Вы, наверное, уже слышали или видели там какие-то передачи, связанные с тем, что трое ребятишек, школьники 12-летние, в Кемеровской области, в Ленинск-Кузнецком районе, в 20 километрах от города Ленинск-Кузнецкий. Им посчастливилось сфотографировать целую цепочку следов на снегу, а потом и само это существо. Мы располагаем этой пленкой. И вот буквально в августе месяце я ездил туда, встречался с этими ребятами. И со мной, я, кстати, с нами был Валуев Николай. Он тоже беседовал с этими ребятами. И я вам скажу, почему. Это заинтересовалось этим случаем английской кинокомпании. И мы поехали, они, конечно, наняли, будем так говорить, Валуева. Когда я спросил, а зачем вам Валуев? Он говорит, ну извини меня, тебя никто не знает, а вот Валуева весь мир знает. Так что нашу передачу будут смотреть. Ну хорошо, я это понимаю. Но самое интересное, что когда мы с Николаем Валуевым сидели рядом и рассматривали, смотрели этот фильм, он раньше его не видел, и он с этими ребятами разговаривал. И он, его заключение такое. Говорит, я как бывалый охотник, который за медведем ходил, и зимой шатуна тоже преследовал и так далее. Короче, абсолютно убежден на 100%, что ребята не врут, что они действительно сняли вот это вот неизвестное существо, двуногое там, и есть среди кустов там его изображение. Ну, мы ходили и смотрели и то место, где это, нашли там очень много заломов. Я вот последние 10 лет занимаюсь этим вопросом специально. Эти так называемые наши лесные братья, лешие, можно их назвать, они заломы делают вот, и разные конструкции в лесу, так, типа шалашей, там какие-то просто скручивают ветки, они еще там плетут какие-то изделия. В общем, много чего они делают. Мне вот недавно с Украины привезли из камыша тоже плетут. Игорь, у нас реплик уже все. Давайте я сейчас хочу сказать вот что. И третий, последний. Вот буквально сейчас я веду переговоры с женщиной, которая живет в Челябинской области, и она контактирует уже несколько лет и подкармливает это существо. И она зовет, пожалуйста, приезжай, я тебя познакомлю. Она его называет Лишуня. У него Лишуниха есть и двое Лишунят. И у меня есть даже и видео, и фотографии вот его, как бы, следов деятельности, там, долом и прочее, прочее, и где она кормит, остатки от еды и так далее. Я возвращаюсь сейчас вот к первому вопросу. Почему тратят 3
миллионы там, долларов, другие тоже тратят, и никак не могут доказать, и почему не принимают официальная наука и власти. Потому что не знают, что с этим делать. Потому что по результатам исследований Мельда Кетчем, доктора Кетчем, по ДНК получается, что эти существа никакие не неандертальцы, даже вообще до наших дней. Это гибриды, которые образовались 15 тысяч лет назад, то есть уже на протяжении человеческой истории, с каким-то существом, ДНК которого на Земле неизвестен, не изучен. Можно предполагать, что это пришельцы, можно предполагать, что это атланты, можно предполагать, что это еще какие-то там, я не знаю, подземные жители. Но, по крайней мере, сейчас это не неандертальцы, не... Спасибо, Дмитрий, все, спасибо, вот, извините. Вот с этим вот. Вот последнее выступление. Пожалуйста. Дамы и господа, для тех, кто... Не очень в курсе, кто я. Меня зовут Поляковский Владислав Тадеушич, исследователь древности средневековья и реконструкции истории человечества. Я здесь у нас в этом прекрасном клубе появился где-то 2 февраля-марте месяца этого года и рассказал о своем замечательном проекте по выработке современных взглядов на теорию Тура Хейердала о переселении латиноамериканских индейцев, больших бородатых белых людей бога Тики с берегов Латинской Америки на берега Полинезии, и даже подробно рассказал о вот, историко-географическом традиционном проекте «Контики-21». Как-то достаточно живая была реакция. Значит, что я сейчас могу сказать? Сейчас мне есть чем к счастью похвастаться. Я прямо из редакции «Московского комсомольца». В августе месяце вышли наконец-то «Рыцари трех океанов». Мне там повезло пролезть в пути плавания Колумба и Магеллана вот в этой книжечке. И где-то от 15 по 20 октября мы уже будем проводить какие-то последние финальные собрания. Будем, конечно, какие-то первые финальные наметки делать, что нам вообще будем делать с этим проектом. К счастью, некое подобие путевочной схемы у нас уже выработано. Вот это вот то, что можно считать реальным нашим достижением. К счастью, мы немножко даже договорились об издании книги, которую мы напишем. Ну и сейчас мы делаем все, чтобы по итогам этой поездки снят хоть какой-то маломальский интересный документальный фильм. Ну и что могу сказать, вот в той самой стране, где Хейердал непосредственно занимался заготовкой пальцы, нас, в принципе, ждут. А именно, ну, в Эквадоре. Все, господа, большое спасибо. Спасибо, друзья. Время ограничено. Я понимаю, что у вас есть вопросы. Сейчас Александру Белову дадим слово. Я просто по ходу как бы откликнуться, да, вот хотя Николай Николаевич мне сказал, не надо потом. Вот очень хорошая идея, вот вы сами подсказали, да, что вот в перспективе можно было бы действительно истоки цивилизации, вообще древние наши вот изыскания, разбить на какие-то темы, очень такие интересные, концептуальные. Вот, например, как это, да? Проекты, да, вот Николай Николаевич подсказывает, и по проектам уже двигаться конкретно, да, вот там вот, допустим, вот этот по Хейердалу, там какие-то еще там города в Индонезии и прочие разные, разные, вот, по-моему, так вот приятно. Да, я надеюсь, что мы пообщаемся по завершению основной части. Спасибо, друзья, ну, у нас официальная часть закончилась, естественно, у всех есть вопросы к лекторам нашим, но это уже, наверное, в такой свободной манере, вот у нас там фуршет небольшой сейчас будет, поэтому приглашаю вас как, вот, к общению, что называется, живому. Спасибо. Yeah.
things stuck in the imagination. Yeah, you instead of what I was thinking. Oh, na, akaldo, na, sweetla musto. Que tengo miedo a ti, mi этого, с этой версии или другой, они, тем не менее, могут даже с этих Я не килька, я не шпрата, я не пантус, я не стерлят, я не камбала, я человек, я человек. У меня все это. Байла, это вкусно, как я. Байла, байла, соля си до ре ми фа соль. Я понимаю, может быть.